Начинаем новый большой проект, четырехмоторный самолет-бомбардировщик P-8. Первым делом хочу сказать огромное спасибо Антону Афанасьеву, он стал инициатором этого проекта. Так что эту модель мы собираем для него, но все, кто пожелает, может присоединяться и собирать вместе с нами эту легендарную машину. Но сначала поговорим о характеристиках модели и объявим электронику. Модель с размахом 1500 мм, 1,5 метра, соответственно. Длина 90 сантиметров получается по фюзеляжу. Ну и взлетный вес планируем уложиться до 1,5 килограмм. Силовая установка на этой модели будет уже отработанная на другой четырехмоторной модели, на Ил-18. Моторы 2204, 2300 оборотов на вольт. Питание двухбаночного аккумулятора емкостью от 4 до 6 ампер-часов. Винты 7 на 3,5, 7 на 4,5. При двухбаночном аккумуляторе подходят и те, и другие. Обычные 30-амперные регуляторы и 4 9-граммовые сервомашинки. Вот вся электроника, которая требуется для этой модели. Также для этой модели будет возможность установки ретрактов на основные стойки. Ретракты закладываем 25-граммовые. Ну, при необходимости можно будет поставить и простые неубираемые стойки. Ну, а сейчас приступаем к сборке каркаса фюзеляжа уже традиционно. Начинаем именно с этого элемента модели. Основой модели будет, как обычно, вертикальная пластина, на которую мы будем устанавливать с вами шпангоуты. Все посадочные места пронумерованы по порядку. И также сразу заложены двойные шпангоуты, там, где будет стыковаться обшивка. Но сама конструкция каркаса хорошо нам знакома. Наш уже классический крест. И P8 здесь не исключение. Собирать фюзеляж будем аналогично. Основу пока откладываем в сторону и подготавливаем шпангоуты. Я сразу разложил все шпангоуты по четырем категориям, четырем кучкам. Первые и последние шпангоуты у нас цельные, они пополам не делятся, их будем ставить в самую последнюю очередь, откладываем в сторону. Вторая группа – это носовые шпангоуты со второго по шестой. Эти шпангоуты мы будем устанавливать вот этой плотной лицевой стороной назад. Затем пара 7 и 8 шпангоуты. Вот их надо будет склеить между собой. Один из сдвоенных шпангоутов, где будет стыковаться обшивка. И здесь же будет у нас начинаться фонарь кабины перед 8 шпангоутом. Ну и хвостовые шпангоуты с 9 по 18. Эти будут устанавливаться лицевой стороной вперед. Разделяем эти группы шпангоутов сразу на половинки. И смотрим, какую часть мы будем использовать для левого борта, какую для правого. Пока берем ту, которую нам нужно будет в данный момент. Итак, вот эта пачка у нас будет для левого борта. С него начнем сборку, его поближе. И носовые шпангоуты. Здесь лицевая сторона назад, соответственно, будет у нас другая половина для левого борта использоваться. Ну и, как видите, я посидел, потратил время, разложил все шпангоуты по порядочку. Зато сейчас при сборке не надо будет тратить время, просто берем верхний шпангоут, намазываем клеем, ставим, и все по порядку у нас пойдут. Ну, начнем работу со склейки сдвоенных шпангоутов. Сразу скажу, те шпангоуты, которые одинаковые по своим контурам, я уже склеил заранее, чтобы также время не затягивать. Но сейчас склеиваем с вами 7 и 8 шпангоуты. Они отличаются, поэтому особенно останавливаемся на них. Склеивать будем таким образом, чтобы лицевая сторона шпангоутов у нас оставалась снаружи, и там, и там. Клеем промазываем деталь меньшей площади. И в первую очередь промазываем внешние кромки. Середина, вот эта часть, она будет у нас вырезаться. Она попадает на крыло, и после приклейки обшивки фюзеляжа эта секция будет извлекаться. Поэтому я здесь чуть-чуть клея нанесу, только чтобы детали держались, а полностью промазывать ее смысла нет. Совмещаем элементы, центруем по пазам для стрингеров, ну и внешние контуры, нижние и секции, они должны совпадать. Шипы получаются в таком шахматном порядке. И
также сразу обратите внимание, есть на некоторых шпангоутах такая пунктирная насечка. Это вот как раз место выреза под крыло. Насечка нанесена сразу, просто чтобы потом проще было извлекать этот сегмент каркаса. Детали разделяем, чуть подсушиваем, склеиваем аналогично вторую половину. Серединку тоже чуть-чуть буквально. И также ориентируемся по пазам. Клей распределили, откладываем на просушку. Но пока клей подсыхает, начинаем устанавливать уже готовые шпангоуты. Вот берем из пачки верхний шпангоут, в данном случае это хвостовой, 18-й, и по порядочку начинаем их устанавливать. Промазываем клеем, обязательно проклейте шип с обоих сторон и устанавливаем в прорези соответствующим номером. Следующий шпангоут проклеиваем аналогично. Это, кстати, единственный шпангоут, у которого шип двойной. Как видите, эта модель собирается просто. Здесь можно собрать одну половину борта, раскрепить ее стрингерами, оставить на просушку, но вторая половина будет собираться полностью аналогично. Ну, 15-й шпангоут как раз пошел двойной. Как я и говорил, они подклеены заранее. В отличие от стыковочного шпангоута, здесь размеры детали одинаковые, и их просто склеиваем между собой, так чтобы контуры совпали. Также обратите внимание, что лицевая сторона у нас остается только с одной стороны. Обратная сторона тыльная. Ну и, соответственно, шипы здесь совпадают на этих шпангоутах. И кроме толщины, они от всех остальных деталей ничем не отличаются. Так. Пора склеивать стыковочный шпангоут. 7-й и 8-й. Аккуратненько совмещаем детали. Убедитесь, что пазы совпадут точно. Место для приклейки тоже подровняйте. И прижимаем. Другая половина аналогично. Подровняли. Все ровно, все совместилось. И прижимаем. Ну а пока продолжаем установку шпангоутов. На шпангоутах вся нумерация нанесена внизу. Вот, чтобы не путать верх и низ, ориентируйтесь по номеру. Четырнадцатый шпангоут тоже сдвоенный. Склеен аналогично предыдущему. Также лицевая сторона у нас осталась снаружи с одной стороны, обратная тыльная. Ставим шпангоут на место и аналогично вклеиваем все остальные. Начиная с 12-го шпангоута они уже попадают в вырез крыла. Соответственно, на шпангоутах сделаны пунктиры. Клеем промазываем шпангоут полностью, но при этом серединка у нас будет извлекаться. Также вот обратите внимание, что внизу шпангоуты образуют шип. Эти шипы будут держать площадку батарейного отсека. Ориентироваться, правильно ли установлен шпангоут, можно по пунктирам. Пунктиры должны совпадать с аналогичными вырезами на вертикальной пластине. Вот следующий шпангоут как раз стыковочный, 7-й и 8-й. Устанавливаем, соответственно, по нумерации. 8-й шпангоут смотрит в сторону хвоста, 7-й в сторону носа. Отличаются они формой верхней части. Если 8-й шпангоут у нас образовывает горгрот,
и, соответственно, заднюю часть кабины. То есть седьмой шпангоут – это уже место под фонарь кабины пилота. И вот теперь пошли у нас носовые шпангоуты. Лицевая сторона разворачивается в сторону хвоста. Но вклеиваем их полностью аналогично. Сдвоенный четвертый шпангоут. Здесь также обшивка будет у нас стыковаться. И завершаем установку полушпангоутов левого борта вторым шпангоутом. Торцевые шпангоуты ставим в самую последнюю очередь. Ну а сейчас устанавливаем стрингеры. Здесь оба стрингера разворачиваем лицевой стороной вниз. Для верхнего стрингера кромку нам нужно будет обрабатывать. Лучше это делать с более рыхлого тыльного слоя. Ну а нижний будет у нас видим в батарейном отсеке частично. Поэтому тоже его разворачиваем плотной стороной вниз. Промазываем клеем, при этом передний шип пока пропускаем, потому что лобовой шпангоут будет позже ставиться. Ну а начиная с основания и паза под второй стрингер, промазываем все уже сплошняком. На этой модели также нет открытых участков, там где клей наносить нужно только с одной стороны на стрингер. Все места, все площадки промазываются абсолютно одинаково. Проклейки много. Шпангоуты достаточно часто установлены. Так что стараемся работать пошустрее. И для этих целей лучше использовать более жидкий клей, так как не нужно тратить время на выдавливание, на промазывание узких вырезов. Если кому-то интересно, как и чем разбавляется клей для потолочной плитки, в подсказках будет ссылочка, можете посмотреть отдельный короткий видеоролик по этой теме. Ну, если вы смотрите полный курс в Центре развития модернизма, то дополнительные материалы находятся внизу под этим видео. Промазываем до конца. И финальный вот этот задний шип тоже пока пропускаем. Далее устанавливаем стрингер на место. Ориентироваться очень удобно по сдвоенным шпангоутам. И самое главное сейчас аккуратно совместить все пазы. Не давите сильно, если стрингер не идет, значит где-то что-то упирается. Осаживаем стрингер равномерно по всей длине и без больших усилий. Как видите, ложится он достаточно точно. Если все совместили, то проблем у вас быть не должно. Также этот стрингер образует верхнюю полку для крепления стабилизатора. Аналогично устанавливаем нижний стрингер. Но здесь будьте аккуратны, средняя часть у него тонкая, вырез под батарейный отсек. Соответственно, с деталью работаем более осторожно, более аккуратно, чтобы вот этот сегмент не сломать. Конечно, не страшно, если вы состыкуете потом переломанные детали, но лучше, чтобы они были целыми, вам же удобнее будет работать. Ну и также не забываем, что здесь лицевой слой тоже разворачивается вниз. Проклеиваем. Также, начиная с основания и второго паза,
первый шип не промазываем. Здесь шипы проклеиваем. А вот в вырезе под батарейный отсек основание пока промазывать тоже не надо. Оно будет проклеиваться уже, когда будем стенки ставить на место. Сейчас только вырезы под шпангоуты промазывайте. Дальше хвостовая секция, тут все аналогично верхнему шпангоуту. Вот на нижнем шпангоуте задний шип промазываем сразу, но только с верхней стороны. Основание и сверху наносим клей. Также аккуратно совмещаем все вырезы. Не торопитесь, самое главное осаживать равномерно. Так, у нас этот стрингер тоже на свое место встал. Промежуточные шпангоуты в районе батарейного отсека также повнимательнее проконтролируйте. Все, совместилось. Стрингер на месте. Убираем излишки клея, если они где-то остались. Ну и вот половинка каркаса фюзеляжа у нас с вами уже держится. Сейчас устанавливаем еще несколько дополнительных продольных деталей. Это нижняя полка крепления стабилизатора. Здесь лицевую сторону разворачиваем к самому стабилизатору. То есть, если стрингер у нас лицевой стороной вниз, эту деталь лицевой стороной вверх клеим. Устанавливается так же, как стрингеры. Аналогично промазываем все шипы, за исключением крайнего заднего. Эту полочку ставим на место. Она же усиливает хвостовую часть фюзеляжа, там, где нижний стрингер у нас уже заканчивается. И есть еще один стрингер коротенький. Устанавливается он в верхней части горгрота, там, где у нас будет вырез под турель. Ну и перегиб обшивки в этом месте также существует. Вот для приклейки обшивки в первую очередь и ставим эту деталь. Эту деталь будем приклеивать лицевой стороной вниз. И все пазы здесь промазываются полностью. С обоих сторон проклеиваем. Единственное, задний вот этот шип, он будет у нас просто ложиться сверху на шпангоут, поэтому только нижняя плоскость промазывается. Вот устанавливаем заднюю часть кабины. Вырез под турель как раз. И здесь этот стрингер имеет небольшой изгиб к задней части, к шпангоуту. Здесь либо подсушиваем клей, и потом хвостик этот приклеиваем на уже подсохший клей, либо фиксируем булавками или скотчем. И также излишки клея сразу уберите. Если где-то тут большие капли останутся, потом будет сложно их вышкуривать. Стрингер прихвачу скотчем. Это будет быстрее, чем ждать сушки клея.
Сейчас эту половинку фюзеляжа ложим на ровную поверхность. Еще раз контролируем, чтобы все стрингеры плотно прилегали, чтобы шпангоуты стояли на своих местах и никуда не сдвигались. И даем 3 часа на просушку. После этого можно будет уже спокойно работать со второй половиной фюзеляжа, зная, что эта секция склеена и никуда не разойдется.